Как мы уже сказали, внеочередное совещание НАТО по ситуации в Украине длилось весь день, закончилось только что. Украина является важным и близким партнером НАТО, но не членом Альянса, поэтому не может получить гарантии безопасности. И какое принято решение? Вот что нам совсем недавно рассказал постоянный представитель Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Самое главное, я думаю, что высказано в общем сообщении стран НАТО, то есть 28 государств, которые еще раз подтверждают свою оценку тем событиям, которые происходят в последние дни на Украине, в Крыму. То есть, что Российская Федерация нарушает не только свои международные обязательства, но и договора, которые имеются в силе между Россией и Украиной. Потом, конечно, высказано взаимная солидарность всех государств НАТО. Мы будем отслеживать ситуацию и в дальнейшем, как развивается она, каким образом она может повлиять на общую безопасность в Евроатлантическом пространстве, а также по отношению государств стран НАТО. Ну и, конечно, мы приветствуем те усилия, которые предпринимаются международным сообществом, разными международными организациями, как Объединенные Нации, как Европейский Союз, как Совет Европы по урегулированию этого кризиса. И мы со своей стороны, то есть НАТО со своей стороны будет тоже включаться в диалог с Российской Федерацией. У нас предусмотрено совещание с российскими коллегами завтра.